что мы опять на выезде. Форт Брак, Калифорния. Выходим на ракфиш и на лосося. Попытаемся поймать. И вот так вот. Форт Брак, Калифорния. Ой-ой-ой. Максим, готов поймать большую рыбу? Угу. Выходим в океан. Время 6 утра. Сегодня у нас... Какое сегодня число? 4. Четвертое сентября. Сообщение ВКонтакте. Ставлю таймер и напоминаю о важном деле. Давай дружить. Обещаю. Нам будет хорошо вместе. По этому мосту 101 фривей проходит, который идет вдоль океана. Идет с Калифорнии в Орегон. Вот уже впереди открытый океан. Ты что, пацан, поможешь? Да, Игорь. Глянь, ничего себе, Макс что-то тянет. Смотри. Оцепился? Да, тянет что-то. Этот, возьмешь сачок, если... Макс, у Макса опять что-то. На мою удочку не тяни, туда тяни. Ракфиш. Опа. Макса, по-моему, что-то сидит. Ого-го! Ого-го! Макс, тяни. Рил. Пацак. Вот она уже. Что, Макс лососюшку взял. О, хороший какой, а. Ох, какой хороший, а. Глянь. Оп. А кто подсек, Макс? А? Кто подсек? Я подсек. Вон еще один салмон. Нам сейчас будет на борту. Поднимите грудь, пожалуйста. Тяжеленький, да? Макс, возьми подсак. Скорость такую оставь. Чуть-чуть добавь скорость. Чтобы на судочке не попутались. Тяжеленький, глянь. Вот у него силой сжал. И в этот.
Вот что котик съел. Не, идет, идет еще, бля. Бля, вон, вот да, он, все. Морской котик оторвал, порвал прям. Ты представляешь, гад какой. А не, еще тянется. Не. Вот приехали с рыбалки. Макс спит там в каюте. Мы чуть-чуть наловили, поймали два больших лосося. Ракфиш поймали. А ну, открой, Ваня. Открой вот тут. Поймали ракфиш. И друг с другой стороны. И с другой стороны. И два лосося сегодня взяли. Классно.